сегодня 30 дней. Я свидетель того, что все дети отмечают все даты субботы, Шри-Шабот, Вези-Шабот. Соседи, родственники навещают, никого не оставляют без внимания. Я подобное не видел еще. Когда на похоронах было более 1000 человек, на 7 дней 450 человек, по-моему, и сегодня более 350 человек пришли дать дань памяти этому скромному человеку. Возникает вопрос, чем заслужил Аврому Нава вот такое уважение? Кем он был? Простым фотографом, 40 лет работал. Даже это не город Хатерчи, это Кишлагерь, поселок городского типа, станция Зирабулак. Все 8 детей появились там. И он женился на прекрасной женщине из Ташкента, кстати, как в Риве и Марусе, которые оставили они вместе вот 8 замечательных детей. Семья потом переехала в Ташкент. Лично для меня вот эта улица Соломатина и дом, в котором они жили, это была своеобразная ешива, где я встречал добро, красоту, гостеприимство. Покойный всегда ко мне обращался, до Ефраима. Очень почтительный и уважительный. Почему такое уважение? Вот 8 детей – это большой капитал для Америки. Все они самостоятельные, самодостаточные, красивые, гостеприимные. Когда есть свободное время, я ищу причину для того, чтобы пойти к своему другу Борису Мунарову. Это ведь не просто старший сын. Это уважаемый член нашей общины, общественный деятель. Я благодарю всех членов редакции журнала «Надежда». Он сидит за этим столом. Здесь вот бизнесмен и главный бухгалтер Семен Данилович Ильяев, доктор биологических наук Мурдахаев, доктор юридических наук профессор Борис Ильич Пинхасов, доктор медицинских наук профессор Ядгаров, очень скромный человек, приехал из Бруклина, заслуженный врач Узбекистана Алексей Михайлович Кайбаков и многие другие. Это не родственники. Это люди, которые уважают эту семью и знают искренность вот покойного, тем более его сына. Вы знаете, некоторые люди живут так, моя хата с краю, я добился чего-то и достаточно. Я, извините, я, может, много говорю о старшем сыне. Он никогда не успокаивается на достигнутом. Вот все эти мероприятия, слава Богу, большое спасибо Алику, Арону, девочкам, которые поручили и вот так красиво проходят эти мероприятия. Я очень хочу, чтобы Солбана Хипзера, Аврохо здесь есть, вы знаете, вы стали этому верить, что сколько, какое количество рабаев было в день похорон, на 7 дней его место уже давно обеспечено Ганвейдом. Сегодня большая программа, я бы попросил говорить четко по делу, поменьше о себе, больше о покойном, если это можно будет. Я бы хотел сейчас попросить профессора Бориса Ильича Пинхасова. Извините, что я называю его таким титулом, это очень важно. Человек уже, извините, многое что увидел, очень скромный, простой человек, хотя он генерал юстиции, доктор наук, очень простой, скромный человек. Пожалуйста, Борис Ильич Пинхасов.